Бегу я такой, бегу, бегу, бегу. Хопана, смотри-ка, сундучок. Сундучок, а там метеорит дымит. Смотри, какой сундук. Призрачный сундук. Нафиг обычные сундуки, хочу призрачный. О май гад, какой же он крутой. Ну я его ломать походу буду, капец как долго. Там еще один сундук, ты посмотри. Ладно, ломаем пока этот. Ой, 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 какие мощные скелеты. Хе, упал, споткнулся что ли. Ладно, собираем пока этот сундучок. Давай-ка я вот так вот побегаю. Да ё-моё, может их отвезти подальше надо от сундука. Так, идите все ко мне. Сейчас мы займемся с вами физкультурой. Блин, сколько вас много-то? Откуда вас так много? Бежим теперь на этот раз сюда. Ха-ха, обманули скелетов. Дубасим. Давай, ломайся. Ломайся, сундук. У меня времени мало. Прикинь, скелеты куда-то исчезли. Ну и круто, мне же лучше. Дубасим, дубасим. Так, уйди от меня. Уйди от меня, эксплорер недоделанный. Дубась вон тот, да, не светящийся сундук. О-о-о, смотри-ка, там его сейчас скелеты примут. О, все, скелеты пошли его бомбить. Кстати, он уделал сундук. Нафиг он сейчас ко мне же прибежит. Отойди, это мой сундук. Не лезь ко мне. Ну вот. Давай, давай, давай. Сейчас я его весь сломаю. Есть, я его весь сломал. Ха-ха, как я с него много денег-то достал-то, посмотри. 3678 денежек. Здесь где-то еще сундук был. Где-то еще, вот он сундук. Пока никто не видит, сейчас я его сломаю. Кажется, скелетоны появились. Ай-яй-яй, сзади, сзади, сзади обходит. А ну уйди от меня. Ты посмотри, пока я отбиваюсь с этими скелетами, этот дубасит мой сундук. Размечтался, это мой сундук. Я его нашел первый. Вот так вот. Все, обчистил сундук, можно бежать дальше. О, там еще один лагерь. Ну-ка, пойдем быстренько туда сбегаем. Лагерь, лагерь, лагерь. Что же там у нас интересное в этом лагере? Наверняка я там смогу найти факел. По-любому. Я просто брежу. Брежу. Или как это сказать? Бредю. У меня бред. Бредю. Да, правильно. Я бредю факелами. Мне нужен факел. Так, я что-нибудь могу продать? Могу. Огонь. Факел. Fishing rods. А, здесь я могу рыбачить. Ты посмотри. Я могу заняться рыбалкой. Офигеть, сколько здесь всего, здесь какие-то удочки, госп... О-о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 -
мы сюда чуть позже вернемся. Я вначале хочу купить бензопилу, чтобы быстро пилить деревья. Может быть, мне повезет, и я найду еще какой-нибудь зелененький сундучок, из которого я просто немерено голды подниму и стану нереально богатым. Сундуки, сундуки, где живые сундуки? О, сундук! Огонь! Сейчас. Сколько же здесь сундуков-то, а? Либо я крутой искатель сундуков, либо их здесь просто нереально много. Кавабунга! Сундучелло, иди ко мне. А вот и скелеты проснулись. Так, нефиг меня оттаскивать от своего золота. Вот так вот. Расправился одной правой. С двумя. Все-таки недаром я ходил на курсы по пиратскому фехтованию, да, Кеха? Эй, Чунгачкуки, у меня знаете сколько денег? У меня сейчас будет 4500 голды. И я теперь могу себе позволить купить крутую бензопилу. Бензопила моя, покупаем ее. Есть. Так, достаем. Хо-хо. Блин, почему я ей махаю как мачете? Ладно, пойдем попробуем срубить какое-нибудь деревцо. О, смотри, выросло какое могучее. Давай-ка его срубим. Воу-воу, как быстро я его рублю. Ты только глянь, беру, короче, зажимаю мышку. И он автоматически начинает пилить это дерево. Просто капец. Мне теперь срочно нужно приобрести новый рюкзак. Новый рюкзак. Где у нас рюкзаки? Блин, здесь такие рюкзаки. А, во. Новый рюкзак будет стоить мне 300 голды. Надо их где-нибудь срочно найти. Я даже знаю, где их найти. Сейчас мы с тобой спустимся в ту пещеру. Хотя сложно было назвать это пещерой. Это какой-то храм заброшенный, который охраняют скелеты. Ну вот, в общем, мы сейчас дойдем до этого храма. Мне бы только вспомнить, где он. Блин, кажется, я потерял, где же этот храм? О, погоди, что это такое? Это кто? Это медведь? Медведь? Так, взяли медведя, ай-яй-яй, не кусай меня, тихо, я хороший, не кусай меня. Мы нашли, походу, медведя. Медведь, дай нам денег, медведь. Есть, соточку накинул, молодец.
Да, конечно, не знаю, что это было за животное, не совсем похоже было на медведя, но очень агрессивное. О, смотри, это что за луч света или это водопад такой? Это водопад или луч света? Да, это водопад. О, кажется, я здесь нашел ленивца. Ленивец, иди сюда. Ленивец, спускайся. Да я тебя это кликну. Вот так вот, я его кликнул. Я кликнул ленивца, представьте себе. Так, еще О, за ленивца 2 соточки накинули, круто. А что будет, если я сейчас срублю это дерево? Ленивец упадет или нет? Сейчас проверим. Ленивец, иди к папке. Так, дерево упало. А ленивец, походу, убежал. Он куда-то делся, да. Да. Такой метод очень плохой метод. Нельзя рубить деревья, когда на нем животное. О, смотри, какая пещерка. Ну, слабо назвать это пещеркой. А вот это уже пещерище. И сюда, по-моему, без факела делать нефиг вообще лезть. Хотя здесь пещерка-то. Тьфу ты, ну ты. А, ну хотя, смотри, здесь вот еще проход есть. О, он забит вуланом. Смотри, каким мощным. Это пещера или тоннель? Дайте мне нормальную пещеру с сокровищами. Ты видел? Прям перед моими глазами вырос. Фиг с этой пещерой. Пошли лучше поищем храм. Со скелетами и сундуками. Так, я вернулся, короче, на пазу. И хочу сейчас все это дело продать. Вот. И купить нормальную сумочку. На 100 единиц каких-нибудь ресурсов. Вот, покупаем. Огонь. Ну вот, теперь у меня с пупка наконец-то снялся мой кирпич. И нормальная сумочка. Фу, факел добавился, прикинь. Надо было давненько уже сумку купить, и у меня бы сразу появился факел. Эх, вот же ж я нубяра. О, что это, что это, что это, смотри, кто там сидит. Это попугай? Кек, смотри, это попугай, твой сородич. Давай-ка его отметим. Скольких я животных-то уже здесь нашел. Так, где этот попугай? Попугай. О, вот он. Сколько мне за него дадут? 200 голды дали, прикинь, неплохо. Так, я вот не могу понять, я вроде бы пришел на то место, где стоял храм. Но его там нету, он словно куда-то исчез, телепортнулся. Может быть, он респавнится или что с ним, я не знаю. Но факт остается фактом, храма на месте нет. Знаешь что, давай-ка попробуем бензопилой вот этот вот метеорит распилить. Пились, метеорит. Нет, раскатал губу. Метеорит бензопилой распилить. А обычный камень, я интересно, могу бензопилой? Нет, не могу, придется покупать этот. Кирку. Кирку надо купить. Ладно, телепортируемся, покупаем кирку. Кирочка, Кирочка, где же ты есть? Опа, за 450, как раз. И знаешь, далеко ходить не надо, здесь, по-моему, тоже был метеорит, и куда-то он исчез. Метеорит исчез, ну, зато я вижу золото. Золото, я бегу к тебе. Бензопилой возьмет его, нет? Давай, 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 быстренько бензопилой руби, чтобы никому больше не досталось. Вот так вот. Даже скелет не успели выползти. Смотри, они в шоке валяются. Чувак, ну ты мощный, смотри-ка, как он разделался с этими скелетами. Ладно, пошли от него подальше. О, как же я обожаю находить сундуки, это просто так прелестно. Эй, сундук, сундук, давай, 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 доставай. Ну вот, опустошили еще один сундук. Понавылазили эти скелетоны, сейчас я их быстренько бензопилой. Вот так вот вас нафиг. Не ожидали, что у меня есть бензопила, да? Ха-ха. Будете знать, на кого лезть. Ну, наконец-то я смогу откусить, точнее, отломить кусочек от этого метеорита. Давай попробуем. Опа! Есть! Добывается! Ну все, добываем тогда метеорит. Добыли, телепортируемся. Сейчас, что это за человек-паук тут бегает? Так, нужно метеорит этот сдать, посмотреть, сколько денег нам дадут. И 200 голды. Я-то думал, нам за метеорит там отсыпят горсть. Нормальную такую тяжелую золото. А на самом деле вообще какой-то... Ну что это за дело? 200 голды. О-о-о. Спайдермен по деревьям лазит. Ну конечно, здесь же нет небоскребов. О-о-о-о, смотри, что это нас там ждет. Та-да-да-дам, зеленый сундучелло. Надеюсь, там никого нету. Да, это все мое золотишечко. Так, я уделал парочку скелетов, но нужно их как-нибудь это развлечь. Сейчас они сюда придут. Быстренько стартуем сюда. Обманули ходячих мертвецов. Вай. А что это у нас тут на чекпоинте валяется? Чье-то тело. Тело с факелом и кирпичом на спине. Жуть какая.
Так, давай посмотрим суммарий, сколько стоит. Следующий суммарь на 300 единиц стоит 1500. Я думаю, что я немного денег сейчас поднакоплю и куплю на 750 единиц, сундарь. Ладно, пока ничего покупать не буду. Лучше поднакоплю.